давно не выкладывал видео. Меня тут спрашивают, как, что, к чему и почему, как поставить, как развернуть поезд, как поставить маркеры, забрать пассажиров или выгрузить пассажиров. Сейчас постараюсь вложиться коротко. Так, ну сейчас на примере вот сценария сделаю это дело нового. Ну, в быстрой игре, допустим. Создадим сейчас сценарий. Так, заходим, создать сценарий. Стандартный сценарий, сценарий карьеры. Сейчас, секундочку. Раздуплиться. Ага. Сценарий быстрой игры. Так, напишем. Я напишу это тест на английском. Тест. Почему это, блин? Тест. Тест. У меня тут уже есть такой. Пусть будет так. Тест 17. Road Origin. Не, я неправильно все сделал. Наверное, надо было на примере какого-нибудь... сейчас надо выбрать какой-нибудь маршрут. Болезненно. Что за болезненно такое? Гамбург-Ганновер, да. Создать сценарий. Тест. Тест. 17. Сценарий быстро. Next. Сценарий быстрой игры. Оригинальный. Ну, можно, в принципе, какой-нибудь из этих выбрать. Так. Чтобы был маршрут. Так, создать. Сейчас прогрузится все это дело. Так, если что, завесоны будет, то извиняйте, тут очень дохрена налеплено на этом маршруте. Так, создаем сценарий погрузки, выгрузки пассажиров. Давайте поезд поставим. Нет, давайте выберем уже готовый составчик. Ну, ой, не то, не то, не то. Так, Интерсити. Что у нас? Да, вот этот. Так, что еще я хотел сказать? Так, спрашивали, как развернуть поезд, да? Вот у нас тут вагоны, локомотив у нас туда смотрит. А нам нужно вот в ту сторону. Тут все элементарно просто. Зажимаем Shift, дальше кликаем на состав ЛКБ, левая клавиша мыши, ЛКМ. Наводим на поезд, кликаем на него, появляется вот такая вот стрелочка в обе стороны. И кликаем на нее. Таким образом мы переворачиваем поезд, разворачиваем. Все, вот таким образом все это делается. Так. Сейчас надо поставить машиниста. Ставим. Ну, а, собственно говоря, как задать сценарий погрузки-выгрузки, сделать сценарий, ну, это просто, блин, вообще на невозможности. Заходим вот сюда. Просмотр расписания. Я не буду ничего писать. Так, поезд у нас здесь стоит. Чтобы у нас нам забрать пассажиров, так, давайте мы сделаем этот поезд. Пусть он у нас будет. Так, поезд игрока. Наш поезд, собственно, то это будет поезд бота. В принципе, можно на примере бота показать. Ну, это ладно. Нажимаем сюда. Выбрали. Все, теперь это наш состав. Для того, чтобы погрузить пассажиров, нам нужно выбрать соответствующие маркеры. Вот этот. В данном случае вот два человечка, синий и красный, да, вот. Нажимаем на него, добавляется. Теперь нажимаем, выбираем инструкция взять пассажиров, нажимаем еще раз на него, нажимаем на стрелочку, на синий квадратик со стрелочкой. Дальше переводим свой курсор на линию,
Давайте увеличим, чтобы удобно было. Так, зажатым. Так, сейчас еще раз нажимаем на синий квадратик со стрелочкой. Дальше наводим курсор на линию, на зеленую, чтобы четко было. Нажимаем на нее, чтобы у нас появилось в этом окошечке, где у нас будет происходить действие. Все, выбрали. Закрыли. Собственно говоря, вот и все. Сейчас покажу, как это работает. Я, собственно, тут и закончу. Я не буду ничего мудрить. Это просто как тест-пример. Так, опять же, чтобы знали, как это все происходит. Нажимаем на вот этот синий квадратик со стрелочкой. После переводим свой курсор на линию, чтобы он четко попал на линию, да, и клацаем по ней, собственно, левой клавишей мыши. Не попал, сейчас еще раз. Надо точно попасть по ней. Так, сейчас. Не понял, что тут пишет там, да? Так, ну есть другой вариант. Можно выбрать из списка. Просто дольше искать будет. Так, ищем на Хамбург. Так, вот Хамбург, Ханновер, ХБФ, Глец, что ли, я не пойму. Глец, ага, вот он у нас. Ну, если так не убирается, мы просто вот так возьмем, если не клацается. Все, собственно говоря, сценарий, по сути дела, готов. Но это я вам для примера, а вы уж сами дальше будете развивать свою мысль. Все, сохраняемся. Да. Итак, пробуем. Сценарий задан. Чтобы открыть дверь, мы нажимаем на клавиатуру букву Т английскую или Е русская. Так. Ну вот, как видите, все работает. У нас сейчас пассажиры выходят, также пассажиры будут заходить. Ну, собственно говоря, вот и все. Спасибо за внимание. Всем пока.